Центре культуры «Родина» сегодня едва хватило места всем желающим презентовать свои товары и услуги. На ежегодную деловую встречу прибыли более 60 производителей продукции со всего Краснодарского края. Сегодня предприятия заинтересованы в выстраивании долгосрочных отношений. Только по итогам 2016 года 11 миллиардов вложено в развитие материально-технической базы. Сегодня предприятия имеют очень серьезный потенциал по обеспечению продуктами питания не только жителей и гостей Кубани, но и наших соседних регионов. По многим направлениям мы имеем серьезные мощности, которые в разы превышают потребление. Дарья Марчук, анапчанка, принимает участие в выставке второй раз. В прошлом году осенью она выставила стенд своего устричного хозяйства. Менее чем за полгода нашла покупателей. Сделала анализ рынка и поняла, что устрица – это такой продукт, который нужно представлять. И на сегодняшний день я придумала выездной устричный бар. Меня можно пригласить на мероприятие, открытие, выставка, презентация. Сейчас заключаются уже на сезон, в преддверии сезона, договоренности о том, чтобы когда будет наплыв туристов, меня будут приглашать также в санатории, пансионаты, и я с удовольствием буду туда приезжать. О популярности инфотура говорило и количество посетителей. Только анапскую потребительскую сферу представило более 100 торговых предприятий и 125 здравниц. Это не считая гостей из других муниципальных образований. За короткое время было заключено 50 прямых договоров, а все привезенные выставочные образцы были раскупленными посетителями выставки.